приветище, приветище, приветище. Это Пауканыч, и мы снова в этом удивительном, прекрасном, замечательном паутиновском пиксельном мире. Что ж, мы добрались до жуков в прошлой серии, и нам нужно достать топляк. Надеюсь, эти здоровяки нам помогут. Пойдем, зайдем в их жилище, посмотрим, как они живут в этих навозных кучах, как они катают эти навозные кучи. Привет, ребят. Привет, паучок. Ты знаешь, что такое навоз? Я знаю, что он дурно пахнет. Он вкусный, питательный и отлично горит. Да ты что? Вот то, что он отлично горит, это то, что нужно. Хочешь? Попробовать нет. Но а так, в принципе, хочу. Тебе повезло. У нас есть друзья, которые могут поделиться с тобой навозом. Да ты что, и кто это? Только... не здесь. Они живут высоко, на вершинах холмов. А, козлы? Ну, в смысле, горные козлы, что ли? Они, у них как раз кокули, знаешь, такие кругленькие. И попасть туда, так сказать, немного проблематично. Да что ты говоришь? Майкл, да говори уже. Смотри, нам нужно перебраться через эти лужи. А я когда-то сломал крыло. А, я вижу, да, у него крыло сзади торчит такое. Раз мы не можем лететь, нужно найти решение для пешеходов. Ну я могу паутину тут сделать, мост паутину, но паутина вас, наверное, не выдержит. Сможешь сплести паутину и построить для нас мост из веток. А, ветки. Точно, паутину можно укрепить ветками, это гениально. Сейчас, подожди, попробую это сделать. Так, значит, повыше возьму, наверное, паутину сюда. Отлично. Вот это вот надо зацепить. Сейчас, подожди. Нет, не так. Короче, я хочу одну палку зацепить за другую. Желательно... Вот это, конечно, слишком. Желательно... Что-то зацепилась у меня паутинка. Так, понятно. Отстрел. Ну вот, она, в принципе, уже все. Готово. Мостик есть. Сейчас вот так вот еще. И снизу, может быть, закрепить как-то. Что-то фиговенько у меня. Все, у меня все пошло не по плану. Все поломалось. Так, стопэ. Отстреливаем. Давай снизу попробуем зацепить. Снизу. Вот. Ага, пойдет. И теперь сверху. Так. Черт. Мне нужно как-то это сделать так. Так аккуратненько. Вот. Ну-ка. Поднимайся давай. Ну, пойдет. Паутинка, правда, уже рвется. Она намокла. Ну, думаю, норм. Думаю, пойдет. Его теперь наверх надо зацепить. Сейчас. Минуточку, месье. Сейчас, подожди. Ну, в принципе, мостик готов, но он слабенький такой. Давай еще усилим. Вот. Теперь надо вот тут все усилить. Вот так. Теперь надо это все наверх поднять. Это отстреливаем. Стоп. Вот сюда. О, тут еще продолжить надо. Стой. Кажется, я понял. Нам нужно мост сделать чисто из дерева. Паутина тут вообще не при делах. Ясно? Ок. Сейчас сделаю. Давай, иди сюда, палка. Иди, давай, тащу тебе. Нет, так не прокатит. Сейчас. Лазер в деле. Ну-ка. Юху! Ништяк. Вообще можно без проблем вот так вот просто. Без паутины. Все перекидывать. Лазер это мощь. Не сюда, подожди. Лазер это мощь. Единственное, в воде не очень удобно им стрелять, потому что я на дно ухожу сразу же. От отдачи моего лазера. Черт. Ладно, тут немножечко сейчас сделаем по-другому. Тихо, куда ты поплыл? Иди сюда, говорю. Сейчас зацепим. Давай, цепляйся сюда. Вот. Давай еще поднимем. Есть! Во! Все, отлично, перебросили. Ништяк. Моя миссия выполнилась. Смотри, сколько тут древесины, сколько паутины. Тут вообще легко перебраться. Жучар, вы не утонете. Все будет нормуль. Че, пойдем? Как там, мост норм? Да. Давай попробуем. Давайте вперед. Один полетел. Я тебя могу, в принципе, вот так вот лазером подстреливать. Так, не упади. Держись, я тебе помогу. Все, перешли. Ништяк. Красота. А дальше-то моста нету. Я утопил жука. Я думал, ты тут остановишься. Ты же видишь, что... У тебя же глаза есть, ты же видишь, что тут нет моста. Странные типы. Ну ладно. Хорошо, придется обратно все это тащить. Как бы это только сделать? Вот это я тут накосипорил. Ну чё, Геннадич, я понял, что первый раз я простоволосился, хотя волос у меня нет. Я думаю, что здесь нужна еще одна все-таки деревяшечка.
И поэтому я нашел здесь еще вот такие вот залежи дерева, которые спрятались от моих зорких глазок. Сейчас я их вытащу при помощи своего лазера. Давайте вылетать отсюда. Во, всплыла. И мы сейчас вот эту вот маленькую деревяшку просто перекинем на ту сторону. Ее должно хватить. Что тут у нас случилось? У нас тут все всплыло и пик пойми, что получилось. Уступите место маленькой древесяке. Вот сейчас мы ее зацепим и подтянем сюда наверх. Нам нужно, чтобы ты была наверху. А теперь в силу вступает лазер. Запихиваем. Кажется, перелетело даже. О, ништяк. То, что нужно, то, что хотели. Так, теперь нам нужно выстроить вначале мостик, наверное, здесь, а потом уже туда идти, да? Не, давай все-таки сначала. Вот, значит, они устаканились, стоят ровненько, цепляем их снизу и здесь. Вот, мостик вроде бы норм, должен выдержать. Сейчас проверим. Еще здесь... Ах, черт, как она сгибается. Здесь древесина, вот это лишняя, значит, была. Сейчас, подожди. Эть. Вот так вот, норм. Мне кажется, что норм. Осталось только отсюда как-то выбраться, чтобы... Можно я как-то... Да, вот это поворот. Да, свершилось чудо, я вышел. Я вышел отсюда. И мы вот эту сейчас древесинку зацепим вот за камень. И должно быть норм. Типа, чтобы она не потонула. О, смотри, какой отличный мост. Держит. Прям хорошо держит. Так, это слишком высоко. Пониже надо бы нам. На уровне прям. Вот так вот. Ну и чтобы не тонуло. Я думаю, что так норм. Лапок у них хватит, чтобы перешагнуть вот эту ямку. И... не упасть своими рогами в грязь. Ну, короче, здесь, я думаю, делать будут по той же технологии. Сейчас мы это все раздвинем. Хорошенько тут вот так вот. Надеюсь, тут только два моста нужно было сделать. А иначе это будет потеря-потеря. Так. Давай, выдвигайся. И ты тоже выдвигайся туда же. Вот, отлично. Кажется, получилось. Ништячок. Надо зацепить вначале за грязь вот эту древесину. Вот, неплохо. Главное, чтобы моя паутинка не порвалась. И вот теперь можно выстраивать мостик снизу. Также снизу. Хоп. Нет, это очень плохо снизу. Меня так не устраивает. Давай оттащим сейчас. Давай наоборот сделаем. Вот эту часть цепляем. Сейчас всплывай давай. Вот сюда. Во, вот так норм. Вот так вроде. Какая-то фигня получилась. Ладно, давай вот эту зацепим. Сюда, а эту сюда. И как? Ну-ка. Ну, вот тут вот неплохо получилось. Ладно, давай еще разок попытаемся. Хопаньки. О, ровно. Красота. Значит, тебя надо приподнять. Как это сделать-то грамотно? Давай сверху попробуем. Подожди. Подожди, сверху, значит, вот так цепляем. И, в принципе, жукам должно хватить, я думаю. Ой, здесь-то я не зацепил. Сейчас. Uno momento. Секундос. Эндо квадро. Все, вроде бы ок. Сейчас еще раз паутиночкой пройдусь. Зашью тут все. Ну что, я думаю, что можно пускать жуков. Да, больше мостиков нигде не надо делать. У меня получился шикарный самодельный мост. Ну что, жучар, давайте, погнали. Все готово. Но попытка была хорошей. Дай нам знать, если захочешь попробовать еще. Я хочу сейчас попробовать. Погнали. Да, все, бегом. Летим. Пердим, бежим. Так. Ну тут явно, тут просто ровная поверхность. Идеальный мостик получился. Что-то... А, подтолкнуть надо. Сейчас я тебя подтолкну. Давай. Полезли наверх. Оп. Красавчик. Я понимаю, попка у тебя жирная, тяжело бродить здесь. Давай только в воду не шлепнусь, пожалуйста. Нормально, ноги переставляй, как алкаш идешь, честно тебе говорю. Вот здесь будет вообще тяжело сейчас. Но мы справимся. Давай, я тебе помогу. Во! Вообще огонь. Ну как я тебе? Жалко, конечно, тебе воздух нельзя поднять, потому что у тебя крылья не работают. Так бы ты взлетел. А ты давай дуй отсюда. А, не хочет. Ну что скажешь? Паучок, большое тебе спасибо. Можем начать подниматься. Надо только немного отдохнуть. Мы не сможем добраться с тобой до вершины, но ты найдешь наших друзей. Скажи им, что ты от Венди и Майкла. О, да у вас имена такие человеческие. Они дадут тебе столько навоза, сколько нужно. Ну ок. Я... Подожди, где? Где у меня тут открывашечки? Всякие челленджовые. Во, ну-ка.
Омайгарабл, я замаскировался под кокулю. Теперь у меня вместо инженерной каски какашка на башке. Ну ладно. С дерьмецом мне будет вести, надеюсь. Пойдем дальше. Эй, йо, я вонючий пауканыч. Я здесь муха. Ну-ка иди сюда. Кто-то просил в комментариях зацепить две мухи, но тогда получится, что мухи летают вместе с паутиной. Как бы, но это негодно. Давай сожрем ее уже, наконец-то. Вот, вообще, у меня дерьмецо на башке, и мух я должен привлекать. По логике вещей. Мухи же любят такие запахи. Опа. Там вот можно было куда-то залезть вроде как. Подожди, давай сделаем вот такую штуку. О, фига себе. Я вот такую штуку не хотел. Ну ладно, давай залезем. Вот сюда прыгнем. Ау-ва-ва-ва-ва-ва. Ладно, я понял. Там, в принципе, делать нечего с той стороны. Ползем сюда. Теперь надо наверх. Сделаем вот так. В смысле не цепляешься? Там вон земля нормально. Юху. И теперь вот сюда. Давай как настоящий человек-паук. Черт. Ну чё? Как тебе? Красота. Что-то опять не получилось у меня. Оп, пачки. Лазер всегда поможет. Юху, вот это я дал, так дал жару. О, труба какая-то. Давай еще выше. Выше, выше, выше взлетаю, как летучие мыши. Нам надо еще выше. Еще. Стоп, вот так вот я не хотел. Ого, ого, почти до самого верха долетел. Нифига ж себе. Вот это я дал, так дал. Муха, подвези меня. Вот сюда, да, спасибо. Так, нет, так не пойдет. Зацепили муху. Сейчас попробуем ее разорвать. Она пополам. Ух, вылетел как. Но туда наверх, конечно, не стоит. А то как в прошлый раз улечу куда подальше. И соскользну. Смотри, как забавно. Я по этой паутине могу ползать. За счет того, что муха висит в воздухе. Ну как, она не висит, она в моей паутине. Хотел сделать расчлененочку для мухи. Вот так вот. Но что-то как-то она цепкая. Она очень крепкая. А, сожрем. 10 мух уже сожрал. А сколько вообще мне мух надо съесть? О, нифига себе, их тут просто огромная куча. Ну ладно. Значит, мы где-то на вершине, но это не точно. Козлы вы где? Там же по-любому козлы будут, да? Горные. Сейчас увидим. Сейчас посмотрим. О, еще одна муха. Стой, 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 стой. Стопэшечки. Съесть хочу тебя. Оп. По-моему, там крылышки даже от нее остались. Сюда. Уху! Я Чунгачкук. Паучук. Летаю как настоящий Спайдермен. Стоп. Поймал? Да, вот это я. Красавчик. Сожрать. Обожаю жрать мух. Это мое хобби. Как вовремя ты тут появилась. Но, правда, я все равно шлепнулся об землю. Так. Снова вверх. Еще выше. Там еще муха где-то есть, я слышу. Или мне кажется. Давай еще выше поднимусь. Ва-па-па-ра-ра-ра. Ништяк. С говнецом на голове мне фартит явно. Знаешь, как говорится, какахи, кудач. Ну, обычно так говорят водители, которым чайки или голуби насрали на тачку. Ну и типа, чтобы отмазаться, чтобы не мыть, нифига себе шипы. Все говорят, что какахи на удачу. И я также говорю. Ну, у меня-то вообще-то шляпка есть. Я понял. Аккуратненько оплываем. Чуть не зацепился. О! Вот это будет жестко. Я справился. Уху! Муха, стой! Нужна твоя помощь. Муха, муха. Стоп, стоп. Целых две. Вот, кстати, просили зацепить две мухи. Сейчас попробую. Сейчас попробую это сделать. Я зацепил, смотри. Еще его вот сюда цепляем. И ништяк. Теперь съедаем. Сколько ж тут мух, ты представляешь? Ну, конечно, навозом пахнет. Так. Мы снова на горе. Мы снова на вершине. Мы снова царь горы. Вот сюда еще можно вниз сходить. Подожди, давай карту посмотрим на всякий пожар. Так, ну мы идем вроде по порядку. И в нужном направлении. Здесь есть какие-то качельки. И можно куда-то взобраться с этой стороны. Вон, смотри. Видимо, что-то для качелек нужно сделать через вот эту лазейку. Да?
Я, конечно, понимаю, что уже все видели прохождение этой игры. Я самый опоздон. Но сейчас разберемся. А, камни нужно скинуть, чтобы работала вот эта штука. Все понятно. Так, как нам это грамотно сделать сейчас? Подожди. Ну, конечно же, их поднять надо. Оп. Оп. Вон туда паутиночку. Почти закинули. Вот, отстреливаем. Есть вес. Вниз поехали. Потихонечку. Все, нам этого достаточно, одного камушка. А, нам еще лиану порвать надо. Стой, 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 падать нельзя. Ты мне еще нужен. Если я отстрелю... Нет, лиану я не отстрелю. Сюда явно нужно тащить больше камней. А своими силами... О, вот так вот можно. Опа-на. Спокойно. Сейчас еще потащим. Давай, пошли со мной, братюня. А, вот, вот, да, я не увидел эту деревяшку, которая держала лиану. Все, мы спустились. Наверное, мы спустились. Что-то мы слишком низко спускаемся, да? Допустим, муха. Муха! Спасибо, что подбрасываешь меня. Я как раз осмотрю территорию, что, кого и где, и как. Ага, понятно. А, спасибо за подвоз. Давай наверх. Поднимемся, сейчас посмотрим, что там у нас. А наверху зацепиться не за что. Так, а для чего я спустил вот эту всю бурду? Скажите мне на милость. Так, все ясно. Все, я понял. Я въехал. Смотри. Так, ну и что? Ну, допустим, я опущу ее, и что дальше? Блин. Короче, мне нужно было здесь встать, стрельнуть наверх, отстрелить вот эту деревяшечку, лиана бы... оторвалась, и вот этот лифт, он начал бы подниматься наверх. Все ясно, мне нужно было на лифте наверх подняться. Я упустил свой шанс. Я же могу вот так вот сделать, правильно? Нет, так я уже не смогу сделать. Давай еще разок. В смысле? Давай, 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 давай. Вот так. Я и зацепился. А, красавчик. Выкрутился все-таки. Но я же знал, что я смогу. Муха, мухи, две мухи. Сейчас я паутину здесь сделаю. Сейчас будет паутина. Вот, паутинка, цепляйтесь за нее. Мухи. Мухичи. Вы где? Я тут шикарно паутинку сплел. Жалко наверх не зацепиться. Ну ничего, ничего, они сейчас тут прилетят рано или поздно. Есть одна попалась. Ам-бам-бам-бам, сожрали одну. Какие у меня челюсти, ты видел? Как я ротище открываю, когда хаваю мух. Там прям реально челюсть. Мне, наверное, вниз надо спуститься, да? Ну, сейчас тут паутины на плиту, чтобы мухи в них попадали. Да, есть чем зацепиться. Пойдем вниз слазим. Посмотрим, что внизу. Юху, горочки. Горочки грязевые. Вот так туда я не хочу. Я знаю, что если я вниз упаду, там будет капец. Как плохо. Так, спасибо, не хочу. А, подожди, а что если я сделаю вот так, по-хитрому? Тихонечко сейчас спустимся туда. Нет, 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 нет. Я понял, что я куда-то упаду прям не очень хорошо. Карту сейчас посмотрю еще. Вниз к реке куда-то я упаду и опять, наверное, у муравьев где-то окажусь. Или, может, там что интересное и ценное. Что, падать, не знаю даже. Но знаю, что мухи поймались. Моя паутиночка отработала как надо. Просто, знаешь, вот как с насыпью тогда получилось, я... не хотел падать, но думаю, дай-ка упаду, посмотрю, что там. Упал и, короче, от жуков откатился к муравьям. И потом бежал заново всю тропу эту. Ну нафиг, я думаю. Не буду я туда спускаться. Это подставон от разработчиков, 100%. Как пить дать? Сейчас взлетаем. Оп, оп, подстрелил одну муху. Теперь и вторую. Не поймал, не попал. Стоп. Оп, оп. Смотри, как муха катится. Кубарем. Сожру тебя. Иди сюда. Еще одна. Еще, лови, 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 лови. Поймал. Красава. Всех поймал. Что, как... О, штяк. Съесть всех. Никого в живых не оставить. Да. 22 мухи уже поймал. Ай да я, ай да красавчик. Реально ловитель мух. Слушай, вот когда мухи надоедают летом, почему никто не заводит пауков? Они же реально отлично ловят мух. Но просто всех раздражает паутина, на самом деле. И каждый любит стопы. Вот это я, Тайдака, там еще одна была. Сейчас поймаю, сейчас. Знаешь, мне эта паутина напоминает еще лягушачий язык почему-то. Не знаю, она так пиу, выстреливает, как язык жабий. Тут вроде больше нет.
мух. Я бы их учуял, свои паучьи чуйки. Что, наверх нам надо? Кажется, вот здесь отцепиться можно, да? Как скалолаз, поднимаемся наверх. Вон еще муха. Муха. Опачки. Че, сколько я уже поймал-то? Да дофига. Ровно половина еще осталось мух здесь. Потом пойдем к большому бразеру. Бразер. Мухичу. Большой мухи. Вода не страшна. Черт. Ладно. Бывает. Заболтался. Потом, короче, пойдем к большому мухичу. Не тот мухич, который из полицейский с Рублевки. Вот, если кто смотрел этот сериал. Короче, к мухичу большому, тому, который из нашего желудка достанет всех мух. Я уже один раз так... Да что такое-то? Ладно, все спокойно. Сейчас на быстро лямах. Быстро ножках. Да, как я быстро все прохожу. Это паучье чутье. Ух, близко было, да? Ну ничего, с второго раза спасло. Так, надо вон туда еще залететь, вот сюда. Что тут? Тут ничего. А жальку. Сейчас как вылетим. Спокойно взлетаем. Ага. Че, куда дальше-то? Вон туда. Как знал, что сюда. Давай еще разок. Ага. И теперь вон туда надо как-то. Сейчас сделаем. У-ху! Вот этот полет. Подожди, можно еще вон туда как-то попасть, да? Нет, туда никак. Там ничего нет. Ну и ок. Лианка. Давай-ка я спущусь вот здесь, посмотри, что тут такое вообще. Снова шипы. Ясно. Тогда поднимаемся наверх, мы эти шипы сейчас пойдем поверху. Поверху. Паутинка. Да, хорошо, что я поверху пошел. А то там западня еще-то. Стоп, паньки. Теперь сюда. Ого, какое отверстие. Сейчас я еще наверх загляну, что тут. А тут ничего. Ладно, пойдем. Это, наверное, жуки тут продолбили, да? Привет. Здорово, паучок. Здоровенько. Тебя прислал Венди и Майк? Да. Ты, наверное, пришла за горой навоза. У нас как раз накопилось достаточно. Да я вижу, вон, всю пещеру перекрыло. Но есть одна проблема. Этот навоз слишком хорош. Наш сынок, лентяй, отказывается вылазить из навозного шарика. А. Тут так тепло. Почему я должен отсюда уходить? И так прекрасно пахнет. Паучок, можешь забирать навоз, если сумеешь убедить нашего сыночка вылезти и пойти посмотреть мир. Давай, подтолкни его немного. Ой, ну вот. Слышишь, жучара? Жучара младший. У меня, смотри, какая кокуля на башке. Посмотри, прелесть-то какая, а. Так, как тебя вытащить-то? Поехали, короче. Мир посмотрим. Юху! Тра-та-та-та-та-та-та-та. Я как цирковой паучок. Вот это я полетел с ним, так полетел. Мир прекрасен. Как я лапками трясу. А, черт, спокуха. Я за тобой слежу. Черт. Ну, походу, это предусмотрено сюжетом. Главное не потерять этот шарик. Я лечу с тобой. Достижение получил какое-то. Стой. Блин, он улетел. А, так он прямо прилетел. Ништяк, они разломались как нужно, маленькими кусочками. Все, мы навозную кучу достали. Но не всех мух съели. Так. Ну чё, как дела? Тебе понравилось? Не укачал, не блеванул там в вот эти навозные шарики? А то топливо получится фуфловое. Он недоволен. Чё надо? Меня что, серьезно только что выгнали из дома? И где мне теперь жить? Здесь, что ли? Угощайся навозом. Это мой любимый. Очень питательный, между прочим. Спасибо, я не ем навоз. Мухи есть? Вот если бы муха была, тогда другой разговор. А так, о чем с тобой разговаривать? Так, значит, давай по карте посмотрим. Ну, навозную кучу мы столкнули. Там мы были, но мух мы не всех собрали. Правильно? Правильно же? Здесь все. Сейчас я все проверю по своей карточке. Картотека — это вещь. Все здесь, да. Ну все, все мухи собраны. Получается, нам теперь к пчелам надо идти? Оки-токи. Ладно. А навоз надо будет потом наверх поднять, по всей видимости. Как я рад снова вернуться сюда. Тут такая атмосфера классная. Все такие дружелюбные. Все помогают друг другу. Ой, не зацепился. О, паук.
Привет, ты кто такой? Ох ты, ты не видела здесь маленьких пауков? Мои детишки испугались, когда прилетела огромная птица и бросились просыпной по всему кусту. Не, я не видел вообще ни одного. Пожалуйста, приведи их ко мне, если найдешь. Они еще маленькие и не выживут в одиночку. Ок. 40 пауков, вы издеваетесь? Где ж мне их искать-то, 40 пауков? Боже мой. Я еще мух-то не всех съел. Ладно, возможно, мухи будут у пчел. Главное не... А, смотри, вон он. Пил. Я тебя найду его. Есть, просто подобрал его. Куда-то посадил. Давай вниз спустимся. Слушай, я тут одного нашел, это твои? Спасибо тебе. Нашла моих малышей, очень круто. Я все еще ищу остальных. Но вместе мы сможем вернуть их всех домой. Я понял, это твои паучата беленькие. Окей. Значит, нам теперь сюда надо. А что там наверху? Подождите, покажите, что там наверху. Можно куда-то... О, еще один! Чуйка меня не подвела. Ю-ху. Здесь больше никого нет. Из паучат. Эй, паучата. Вы, если что, выходите. Блин, листики иногда так мешаются. Я вот не хочу, на самом деле, на них летать. Давай вот с этой стороны посмотрим. Вон, еще один. Иди сюда. А я могу тебя просто... Он просто паутинкой не цепляется. Я хотел, знаешь, стрельнуть в него и потащить к себе. Но он нифига, так не прокатит. Надо прям их цеплять своим тельцем. Походу, нам сюда. Мы теперь направляемся к пчелкам. Топляк мы достали. Теперь будем доставать пчел. Они знают воздушный мир. Ну, в смысле, полетные всякие нычки. Лучше всех остальных. Так что сейчас доберемся до них, поболтаем. Скажем бзы-бзы. Бзы-бзы. Ты, кстати, обрати внимание, паучки по мне ползают. Как по матушке. Вон, видишь? Белые такие тельца по мне передвигаются, как улитки. Ладно, все. Чешем дальше. Я здесь все проверил, все посмотрел. О, пожалуйста, пчела. Привет. Привет, паучок. У меня для тебя задание. Ну, началось. Королева пчел готовит принцессу, которая возглавит новый улей. Для того, чтобы подготовить принцессу, ей нужно маточное молочко. А чтобы сделать молочко, нужна пыльца. Но только самая лучшая пыльца – розовой орхидеи. 20 зерен должно хватить. Принеси пыльцу на вершину кроны, и она в долгу не останется. Пойдем. Ну, пойдем. А мы с тобой будем пыльцу искать? Или... А, можно было за нее зацепиться? Я зацепился за тебя? Стой, подожди. А вот, кстати, пыльца. Сейчас. 20-ку наберем. Ой! Мне бы маленьких паучат не спугнуть этой пыльцой. А то они все с моих брюшек слетят. Стой, я хочу за тебя зацепиться и полетать вместе с тобой. Где она? Она сейчас на вершину поднимется, а потом обратно должна спуститься. Да, я вижу, что тут есть пыльца. Сейчас я тебя схвачу. Сюда. Эй, пчелка. Да, блин, за нее нельзя зацепиться, что ли? А нет, зацепился. А нет, не зацепился. Во, наконец. Покатай меня. Ты какая-то скучная. Давай ты тут просто потусишь. Она по-любому оторвет мою паутину. Она мощная. Так, вот еще. Ну все, я собрал. Нет, не собрал. Стой-ка. А почему я этим занимаюсь вообще, а не пчела? Я пыльцу как бы и не умею собирать. Так, это что такое? Нажми F. Вершина кроны. 5000 сантиметров. Ого. То есть мне наверх надо, да? Я попробую, конечно, но ничего не обещаю. Хорошо, что тут нет грязи. А то с ней бы тут было проблемно по стволу дерева карабкаться. Муха! 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 А я думал, где же мне остальных-то мух искать? Сейчас, подожди, надо ее поймать. Муха? Она вон там уже улетела, да, с той стороны? Чертова муха. Я знаю, как тебя поймать. Вот так вот надо сделать. Вот и все. И она сюда попадет, точно, 100%. Паутинки надо соединить. Угу. Муха! Я тебя жду! Во! Попалась! Попалась! Сказочная моя красноглазуха! Красная глазуха! Че, все? Сейчас я еще на всякий пожарный вниз спущусь, посмотрю. Все, я внизу посмотрел, все нормально. Проход я здесь забаррикадировал, так что других мух я не пропущу точно. Опа! Спасибочки. Мы все выше и выше подбираемся к нашему улью. Так, здесь понятно. Можно, в принципе, сделать вот так.
Но я хочу еще вон туда залезть. Проход к улью вот здесь есть. Подожди, и есть еще вон там какой-то проход. Давай сюда залетим. Посмотрим, что тут. Ух ты. Сколько шипов. Опасно. Там и муха, и паучок. Сейчас схвачу его. Оп. Муха. И муха, иди сюда, там шипы, не хоть. Ну вот. Паучки остались на мне? Вроде да. Они же еще в журнальчике должны быть. Подожди. Подожди. Где? Вот. Паучки 4 штуки на мне, отлично. Муха! Почти можно было ее съесть. Да черт. Да тебе схавы. 27 мух уже собрал. Ну, там уже большая часть переварилась у меня в желудке. Ничего. Еще один паучок. Шикарно. А вот, кстати, и пыльца еще. Не зря сюда сходил. Наверху ничего больше нет? Подожди. Там только шипы. Давай сюда еще вверх поднимемся. Еще один паучок. Есть. Можно вон туда куда-то выше еще подняться? Да вы что? А мух тут больше нет случайно? Опасно! Ты видал? Об шипы моя паутина порвалась, и я улетел в шипы. Это прям вообще не камильфо. Ай, наверх тоже нежелательно подниматься. Сейчас еще повыше взберусь на всякий пожарный. Вон туда, вон, видишь, можно проломить и залезть. Ок. Ломаем. Мне вот интересно, второй путь, куда бы он меня привел? Короне. Естественно, короне. Или кроне. Так. Спокойно. Тут можно и убиться, а там пчелы летают вроде как. Спасибо за паутинку, паучок, маленький дружок. Вон туда теперь. О, пыльца. Здорово. 9 штук, а мне надо 20. Еще чуть-чуть осталось. Фигня. Какая-то осталась. Так. Наверное, зря я это сделал, да, это было близко, я чуть не урылся. Опа. Че, наверх только? Наверх. А, как там пролезть-то, вот я не знаю. Сейчас попробуем с этой стороны зайти, из-под низу как-то, из-под кишка, что ли. Из-под кишков вниз. Так, подожди. О! Все понятно. Вот сюда теперь. Ну, это, конечно, мощно. Стой, муха, стой. Есть. Да, вон туда можно теперь. И здесь еще одна есть пыльца. Сейчас еще наверх поднимемся, посмотрим, нет ли там ничего такого дельного. Вроде нет. Все собрали. Бежим дальше. Значит, тут еще один паучок. Что внизу нас ждет? Главное, чтобы не было шипов. Не хочу свою лохматую попку тарабанить об шипы. О, пчела, еще одна. Сейчас мы с ней поздоровимся. Скажи мне приветики, пистолетики. Муха! Золотая брюха. Есть. Ох, нифига себе, я улетел. Ладно, пойдем поздороваемся с этой цикатухой. Обвисшей брюхой. Сейчас еще хочу, подожди, вон туда как-то посмотреть. Нет, нет, ну там точно ничего нет. Здоровенькие. Можешь меня подвести? Привет, привет. Какая-то ты странная пчела. У тебя должно быть мощные крылья, раз ты добралась до этой ветки. Но у меня вообще крыльев нет еще. Давай вместе перелетим через эту пропасть. Покажи мне, как ты это делаешь. Нифига я тебе не буду показывать. О, снова этот знак. Может мне вниз спуститься? Подожди. Давай-ка вот сюда вот сходим. Вниз. Хочу посмотреть, что тут у нас. Еще один паучок. Это, видимо, другой проход. Да, 100%. То есть я пошел по длинному пути, а там, где знаки есть, это короткий путь. Это 100% так. Сейчас мы... Оп. Пыльца. Есть. Надеюсь, я нигде ничего не пропускаю. О, привет. Привет, я тебе дрова притащил. О, привет. Ты тоже собираешь пыльцу? Надеюсь, нам хватит. Так хочется поскорее увидеть новую принцессу. Но лететь по всему лесу ужасно утомительно. Ты иди вперед, а я тебя догоню. Ну ок. Хорошо. Давай тогда вниз спускаться. Вперед-то я пойду. Мне просто надо ниже еще спуститься. Всю пыльцу собрать. Вот, стой. Блин. Вот так вот. Да, башкой бьюсь своей. Да что ж такое-то? На.
Сейчас еще разок. Во! Вот так вот. Юху! Теперь можно спокойно вниз спускаться. Тихонечко так. Еще одна паутинка. А, в смысле, пыльца. Вот. Пыльчинка, хотел сказать, но так не говорят. Оп. Че, походу тут все, да? Есть что наверху? Зацепиться за что-нибудь. Так. Да, походу там все. Ладно, возвращаемся. Все, мы здесь. Вот тут вот мы подобрали маленького паучоночка. Муха. Муха! Стой, подвези меня. Куда ты собираешься? Куда ты летишь? Ага. Так, стой. Ты сильно-то не это. О, паучок. Ладно, давай я тебя сожру. И соберу паучонка. Вернуться надо обратно. Здесь мы уже были. Я просто боюсь пропустить что-нибудь интересное. Поэтому тут так и летаю. Безбашенно. Оп. Как макака, знаешь? А! Долетался макака. Как макака. Ядрен, потом в кусты залетел. Нормальненько так. Хочу наверх еще забраться, подожди. Сейчас мы вот так вот сделаем аккуратненько. Уху! Но наверху ничего нету, только шипы. Ладно. Все, теперь летим. Я знаю, что наверху ничего нету. Но и зацепиться тоже не за что. Главное не урыться опять. Оп. Сейчас вот здесь зацеплюсь еще. А вот тут уже наверняка что-нибудь сверху есть. Сейчас падаем. Вон, вижу паучка. Кстати, интересно, что я вот этих паучков паутину отстрелить не могу. А, типа у них какая-то нереально крутая. Как у железного человека броня, наверное. Опаньки. Перелетели. Вот ты где, значит, у нас пчелка. Ай, ну как так-то краешком зацепился? Все по-новому, все это преодолевать заново. Да ну нафиг. Ладно, я теперь на опыте. Я сейчас быстренько тут залечу. Да, отличный опыт просто. Я все просрал. А паучков по моему телу передвигается все больше и больше. Может, они как-то влияют на мой вес. И типа я слишком тяжелый. Скоро будет рваться моя паутина от них. И от меня тоже. Значит, где-то я видел еще одного паучка. Блин, прикольно, так от ветки отпрыгиваешь. Отпружиниваешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, нам сюда. Привет еще раз. Сейчас я вот этого соберу. Негодяя. И пыльцу тоже заберу. Вон, да, можно наверх подняться. И сейчас пчела еще поболтает. Привет. Интересный способ летать. Ну да. Но к результату у меня претензий нет. Ну ладно, лети дальше. Удачи со сбором пыльцы. Спасибо. Вниз давай еще спустимся на всякий. Вот сюда хочу. Посмотреть тут ничего. Вниз можно пойти. Фух. Вниз можно спуститься. Давай это сделаем. Где это мы очутились? Тоже паучки есть. И пыльца. Давай. Ай-ай-ай. 17. 17 паучат и 17 пыльцы у меня в кармане. Тихонечко спускаемся вниз. Еще пыльца. Ниже никак. Теперь мы можем пойти только сюда. Сколько там, кстати, до короны-то осталось? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-ай-ай. До короны. Вершина короны 3500. Нифига себе. Мы уже одну пятую часть прошли. Это круто. Там уже 1/4 началась. Стой! Стой! Чуть не обосрался. Здесь больше нет нигде пыльцы случайно. Давай сделаю вот так вот. Ух! А, тут поток ветра. Забавно. Да. Ладно, еще разок. Давай. Поток ветра. И сюда вот цепляемся, да. Получилось. Я еще даже паутинку здесь умудрился как-то сделать. Прикольно. А как? А когда? А, ну тут, наверное, лепесток нужен, да? Чтобы все это преодолеть. Перелететь. Давай попробуем. Ух! И здесь теперь тоже надо будет так же. Тихонечко, аккуратненько. Я могу... Ладно, тут, наверное, паучка схватим. Листочек и давай вниз. Я могу управлять листочком. Видишь, вверх, вниз затормаживать тем самым. О, здесь снова поток. Но надо взять пыльцу вначале. Потом... Черт, я не могу спуститься. Только таким методом. Ясно. Ну, вниз-то, наверное, мне не надо, да? Значит, там... А меня туда и не пустят. Хорошо. Тогда давай наверх обратно. Наверх тоже не хотят. О! Я прям знал, что сюда надо каким-то образом пробраться.
Надеюсь, я там всю пыльцу собрал и всех паучат. А то будет обидненько сюда возвращаться. Тут уже начались такие сложные уровни. Да как? Ну как? За листочек зацепилось-то, не за меня. Это безобразие какое-то. Ну ладно, сейчас по-быстренькому еще разок. Сейчас прям вообще быстро-быстро. Вот. Аккуратно. Аккуратненько. Спускаемся. Было бы обидно, если я опять бы за листок зацепился бы. Я пока не буду отпускать мой парашют. А это кто? Это что за... Ты кто такой? Эу. Эу. Пойдем-ка поболтаем. Ты кто есть такой? А, это шипы. А я думал, насекомое какое-то торчит. Блин. Это фиаско. Наверху никого больше нет? Есть. Есть еще один. И пыльца еще. Ну тут, я думаю, что можно все. Опускаться ниже. Сюда. Еще ниже можно опуститься? А, там шипы. Нет, спасибо. Не хочу к шипам. Хочу вот сюда. Так, дальше нам куды? По всей видимости, сюды. Давай посмотрим, сколько на верхнем. Вершина короны 2350. Внизу можно пробиться. О, ручья. А-а-а, мы к скейт-парку вышли. Кстати, в скейт-парке мне говорили, есть паучачий скин какой-то. Ну давай, сейчас быстренько туда загляну, посмотрю. Может быть, я действительно его где-то упустил. Этот скин. Ох ты, нифига себе. Вот это я проломал тут древесину. И неужели тут... Смотри-ка. Муравьи-скейтеры и... Офигеть, привет, ребят. Этот парк супер крутой, да я в курсе. А что тут делать? Отпад. Так, давайте я вас выгоню, наверное. Сейчас скелета вылезу. Так, пошли отсюда. Здесь паучья территория. И, кстати, паутину этого паука я не могу отстрелить. Привет. Это черная вдова, что ли? Йоу-йоу, чё как? Зацени мой супер секретный чилаут. Ну да, у тебя тут реально чил. На расслабоне. Чувак, это просто супер. Если хочешь, можешь зависнуть здесь. Хоть на весь день. Да, конечно, хочу. Да, у меня теперь есть скин. Скин черный. Он же есть? Ну-ка. Офигеть. Я теперь крутой пауканыч. С какахой на голове. Да, спасибо всем комментаторам, кто это сообщил. Получил отличный скинчик. Говорят, кстати, еще, что есть какая-то золотая паутина. Да и вообще несколько цветов паутины. Но я пока еще их не нашел. Надеюсь, что найду. Теперь на моем черном скинчике хорошо видно белых паучат. Я даже не знаю, это радует меня или нет. Наверное, радует. Я чувствую себя самкой. Самкой черной вдовы. Так, муха. Муха, мне нужно поесть. Где ты? Где эта муха? Она куда-то улетела-то высоко. Может, она меня обманула? Вон, 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 муха была. Вот, сейчас я за ней спущусь, за этой негодяйкой. Опа! Куда ты собралась, подруга? Иди сюда. Иди сюда. Мне деток надо покормить. Спасибо. Там еще одна летала. Сейчас. Сейчас мы доберемся. Там, короче, дофига мух на самом деле летает. Я парасете. Цеплялся за падающие остатки древесины. Сейчас, 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 аккуратненько. Мухи, иди сюда. Мухи, мухи. Где-то вы тут летаете. Я слышу вас. Вон они. Вон. Сейчас поймаю тебя. Там просто... Не очень-то хотелось туда лететь, там вон шипы снизу. Не буду я рисковать ради мухи своей жизнькой. Эть. Вот. Сколько ж мух, ты посмотри, какие они. Какие они тут. Фух, пронесло. Наглые. Эти мухичи. Вон еще паучок. 24 паука, ну что уже набрал. Там вон тоже вижу паук. Тихонечко. Потому что наверху могут быть шипы. Я так летаю тут. Без башена. Есть еще одна. Надо спуститься, посмотреть еще мух. Уверен, что они тут есть. А еще мы не всю пыльцу тут собрали. Тихо, тихонечко. Аккуратненько. Есть. Сколько я там пыльцу уже собрал? 24. Я уже пересобрал больше, чем надо. Ну ничего. Я все равно тут развлекаюсь. Вот еще муха. Еще, иди сюда. Иди сюда, да. Сожрали. Свалился, короче, на самое дно. Тут помимо мухи еще есть проход.
Нашел паука, начни, фига, вот это поворот, стой. А, чертова древесина, блин, запутался в ней. Нашел, короче, паучоночка и еще одну пыльцу, вот она. Как туда к ней подобраться-то, через низ, что ли? Ага, точно. И все. Здесь точно все. Можно двигаться дальше. Да ёпарасете. Как-то так нелепо вышло. Ух! Это было близко. Сейчас еще разок. Да, нет, так не получится вообще никак. Не прокатит. Сейчас. Вот так вот надо было делать это. Мастерский подход нужен был. Все, можно выбираться отсюда. Смотри-ка, можно наверх. А там еще был сбоку где-то проход. Сверху мы в прошлый раз пришли. Так что давай, наверное, боковой проход поищем. Где-то он тут был. Вот, вот, нам сюда. Муха, муха. Я как психозный паучок муху вижу сразу. Муха. Все, надо ее поймать. Так, 26 паучат. Пыльца. Ну же. Еще одна. Там наверху есть подсказка, сколько нам еще идти до короны. Ну-ка. 1800. Ну, короче, нам еще дофига, дофига и больше торопынькать туда. Ого, какие тут цветы красивые-то, а? Ты погляди. Наверх никак. Не за что зацепиться. И вижу пчелку. Привет. Привет, подруга, как дела? О, снова ты. Мы виделись? Вы все тут на одно лицо, я вас не разбираю. Хорошо, что ты поучаствовала в сборе пыльцы. Вершина кроны вон там, чуть дальше. Надеюсь, ты сможешь достать 20 зерен. Королева ждет. Ну я-то уже достал. Пойдем. Королева, королева, сейчас мы ее увидим. Надеюсь, что она здесь. Хотя нет, он покисено. Показано, что нам еще до королевы 1200 сантиметров. Ну что ж, я думаю, что мы здесь пока приостановимся. А то мы закончили с жуками и сразу перешли на пчел. Обычно все как-то по разделам у нас идет. В общем, если тебе нравится Пауканыч, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. А на этом все. Увидимся и услышимся в следующем ролике. Пока!